Ну, вывели овечек. Это вот корни, три корня большие. Пошли они посмотреть. Интересно смотреть за скотиной, наблюдать. Пасет сегодня Анфиса. Она хорошо пасет. Это одеяние мне нравится. Юбка выше колена. Сколько ни говори, все. Для мира. Для мира подготавливают все. И от мира будете рыдать и плакать. Верующим это не надо, твоя юбка выше колен. И сколько я ни говорил. Надежда Васильевна пошла в храм. Коровки. Ничего в городе этого не увидишь. Молоко разбавленное или из порошка. И считать это за еду смешно. А земля пустует. Никто не хочет идти. Давай. Знаешь, они опасаются как бы кучи. Овечка пугливое животное. Вот они смотрят на щебенку, но постепенно привыкают. Ну, раз она боится щебенки, что щебенку убирать, так некоторые боятся фотографироваться, прячутся. Все это безбожество. Вот оно. У овечек тоже есть руководитель. Вот она идет, руководитель. И у овечек, и у коров, везде есть кто-то, кто руководит. Ведь и курочки, и коровы. Вот ты посмотрел, как селеночек подошел, чешется. О. Доброе утро. Доброе утро. Видишь, вот как, вот такая картина. Вот теленок подошел, корова чешется. Где ты это увидишь? Вот она лбом чешется. Видите, как у нее рук нету. Она подошла к дереву, у дерева кора корявая. И она ее трогает. Вот она пошла. Рога-то какие. Попробуй напарись на это. Корова может себя спереди защитить, а конь сзади. Вот подошла зеленая травка. И снится не рог от космодрома, а здесь зеленая трава возле дома, рядом. И все слова-то песнопения исполнимы в деревне, и однако не едут. В деревне хорошо, чистый воздух. Вот мы пошли. И там коровка отдельно, все еще рога чешет. О. Видишь как? Овечки зашли во двор. Ну что они там сделают? Да ничего не сделают. Овечка любит полынь. Вот они этот полынь теребят. Вот лужа. Подошла и в луже напилась. Вымя у ней какое огромное. Вот смотри, какое вымя. Ну, все это помоется. Вот трава возле дома. Это возле дороги. Новую дорогу строим. Никак, не везут щебень наполовину, и засыпали, и разравнивать бы грейдер не вызовешь. Потому что не будешь каждый день вызывать. А трава-то какая зеленая. А рядом муравейник. Подойди, посмотри. В городе ничего этого не увидишь. Ничего. О, как они стоят. Везде чешутся.
Да насколько им интересно это. Вот овечки я тут не видел, чтобы так они на полынь напали, вперед не идут. Надо дождаться основных. Это там барабаша, главный это. Вот появляются люди, что идут в храм. Пожалуйста. И тоже, а в городе что? Чужая остановка, никто не знает. Свои люди. Какое одеяние. Вот оно как. Доброе утро. Одна семья. Доброе утро. А что ты все по ненавистепете? Вчера он только при мне два раза упал. Он как каскадер настоящий. Соскакивает, ему нужды даже нету. Видишь, какие коровки. Как бы им у нее не оторвется. Ой-ой-ой. О, собака, хаски, появилась на горизонте. Ну, Игорь пошел в храм Божий. О, Коля помчался. Марина за ним. О, как у верующих все просто. Я пойду вперед, чтобы снять. Доброе утро. Ты взял фотоаппарат? Я вам отдавал его. Ну я отдал Володе, сказал, чтобы взял, тебе отдал. Заряженный. 6 часов на зарядке был. Сказал, не забудь. Если он забыл, значит, вот та самая Тахаски, встреча с которой кошке грозит уродством или смертью. Вот так. Ну и все, однако, пошли молиться.